значит, наш поход. Мы едем на Мустанге, впереди едет Nissan, за нами следует наш френд на Toyota. Вот, мы уже так двигаемся, я не знаю, где 30 минут. Ау! И это такой высокий обрыв, очень высокий обрыв, внизу какая-то там речка. Ой, вау! В общем, дорога ужасная. Но мы excited, потому что мы идем на озеро Колчак. И озеро Колчак это 12 миль. 12 миль это 1.6 километров. Это очень считается difficult, то есть жаркий, то есть, мама мия, то есть, сложный уровень похода. С высокими подъемами, под водопадами, в общем, идти, топать нужно очень много. Но, в общем, мы готовы, все, команда такая у нас очень сильная. Поход рассчитан на целый день. Это называется это, озеро Колчак. Озеро Колчак считается, занимает одно из первых красивых мест в штате Вашингтон, район Сиэтл. И озеро Колчак это как кратер внутри высоких скалистых гор. Это талое озеро очень сильного синего цвета. И если у меня не сядет батарейка, я постараюсь сделать тоже видео этого озера, но поход длинный, далекий. Вот, это следуют типичные американцы, которые возят дом с собой и спят там наверху, там в машине. В общем-то, это удобно. Все, я прощаюсь. Да, это я. Вот. В общем, я очень жду этого похода. Я готова.